Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал. Сын, не сходи с пути! Да, помню. С ума сойти! К нам в дом пришел Бальдер, один из асов. Бальдер! И ты с ним сразился и победил. Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Глупо, конечно, но я надеялся, что мы найдем на той горе великана. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змеи. Он, наверное, последний в своем роде. Ты тоже последний из своих. Потому не любишь говорить о... Своих? Ну, я про твою семью. Да меня и маму. Откуда ты родом? Кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Понял. Жрать спокойно. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да чтоб. Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? Ну, показывай. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Он там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Ну и что вам еще надо, а? Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряпать. Похоже, в семье весь аппетит мне достался. Как и мозги. Скучаешь? По этому придурку! Да вот еще. Ну просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит жужжать тут над ухом. Я уже устал от тебя. Эй, где твоя тягловая скотина? В каком смысле где?
Я ее съел и даже высрать уже успел. Как ты мог так поступить? А чё, у нее молоко кончилось. Она же твой друг. Значит, порадуется, что я сыт. Слышь, парень, ну нельзя быть таким сопливым рохлей. Это никого не доводит до добра. Все, я за работу. Чего изволите? Ну, еще что-нибудь? Заходи, когда что понадобится. Thank you.
Как попасть обратно к ведьме, сын? Сперва найдем лодку. Эй, подожди! Хорошо. И куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора. Готов!
Тут нужен какой-то другой шифр. Сильные враги. А, теперь я могу прочесть. Но это имя. Гейрдрифул. Ого, это имя ее зажгло. Это имя я не знаю. Я тоже.
Вода убыла. Когда змей вылез. Да, я помню. Грома! Я знаю, ведьма многое умеет, но сможет ли оживить голову? Она вроде искусна в своем ремесле, и терять нам нечего. А если не получится, мы голову себе оставим? Нет, но можешь скормить ее рыбам. Ладно. Дверь исчезла. Наверное, черепаха встала на ноги. Как нам попасть наверх? Похоже на выход. За мной, Атрей! Сейчас вернусь! Вернуться! Мы справились!
сын. Это еще одна карта. Так просто мы не откроем. Еще одна чаша с песком, как та, в которой я рисовал. Только как туда попасть? Что это? Наверху что-то есть. Смотри. Слушаюсь. Да, это и впрямь чаша с песком. Бау.
Посмотри на это. Отец, посмотри наверх. Назад, асы. Похоже, богам тут не рады. Вон она! Надеюсь, она нас помнит. Смотри. Круто. Привет, Чарли. Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что ее так зовут. Ну, я так услышал в голове. Чарли. Yeah,
За мной, Атрей! Прости, я отвлекся. Читай. Ладно. Смерть богу воронов, повелителю висельников. Прочесть можешь? Слушаюсь. Сейдер не Динс, но любого, кто ступит сюда. Еще одна чаша с песком. Мне прочитать. Что там сказано? Я и ястреба, и сокола вознесу в небеса высоко. Что? На скале руны. Они ничего не значат. Бессмыслица. Наверняка ответ есть где-то поблизости. Соберись! Сюда. Ой, остальные руны были спрятаны за холмом. Это Виндер, ветер. Обратно к чаше. Рисуй. Да. Виндер. Посмотри. Thank you.
Отец, она здесь! Я очень-очень рад тебя видеть! Я знал, что ты жива! Привет! Ой, а ты можешь оживить голову? Я не очень понимаю, что... Погоди. Где ты это взял? Эти стрелы. Дай их мне. Быстро! Ну, это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы. Колдовские. Если найдешь еще, уничтожь их. Понял? Ты меня понял или нет? Отвечай! Да, я понял. Если найду, уничтожу. Очень хорошо. Прости. Если хочешь, возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. Ну, что там за голова? Ты хоть сам понимаешь, кто это? Ты убил его? По его просьбе. Он сказал, что ты его оживишь. Я? А ты не ослышался? Пожалуйста. Неси его к столу. Эмили, я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи, давай посмотрим. Ну, к счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Хороший срез. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял? Довольно. Получилось! Покажи мне. Эй, Мимир, слышишь? Да. Хорошо. О, Фрейя, давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым. Я бы поклонился, если бы мог. Прости меня. Если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрейя, никогда бы такого не предложил. Фрейя? Ты что, богиня Фрейя? Ой, и ты не знал. Прости. Когда пройдет слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Сын, мы уходим. Но... Живо. Не за что. Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунгард – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь.
Атрей, сюда!